Битва за Славу 2. Клинская онлайн-игра от российских разработчиков Zeebis, созданная по аналогу с известной игрой One Age 2. Основной идеей игры является захват и контролирование территорий, а также военные действия между пяти враждующими расами, уникальный геймплей, игровая атмосфера, эпические битвы, интересные ивенты и потрясающая графика ждут вас в Battles for Glory 2. Всем привет, дорогие друзья, с вами Никитка, и сегодня я бы хотел рассмотреть одно дело в CSGO. Очень будет интересно, читер попадется нам или не читер. Играем на карте Инферно. Он играет за Сорн КТ, и вот его убили. Это у нас что получается, еще разминка? А нет. Что-то странное. Да, и у нас еще разминка получается. Хорошо, хорошо. Так. Ну, посмотрим, вот он убил одного чела у нас. А как у нас перемот включается? Вопрос. Если честно, давно не смотрел уже всякие патрули. Вообще чё? Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, мы с вами и так сможем рассмотреть. Убивает он на миду зажимом с калаша. Юсп, ну да, короче, вроде как аима нету. Почему-то у меня только 30 FPS, ну ладно. Вот сейчас он АФКшит, может что-нибудь подрубает. Будет интересно, конечно, на это взглянуть. На карте Инферно я практически не играю. Так, с пацанами бывает залетаем, посмотреть, что как. Но даже, скажем, места не знаю какие здесь. Ни футболок не смогу я дать. Мид только знаю, да, ковры. Наш саспект идет на мид. Они прорывают, короче, у нас получается банан. Ну давай, саспект, зайди со спины, дай эйс. Конечно же, он эйс уже не даст. Террористы ставят бомбу. Тут оп-оп-оп-оп. Залетает у нас за саспект. Ставит два хэта. Иди фьюз давай. Интересно, интересно. Да вроде это были стандартные. Вроде это были стандартные убийства. Ничего такого я тут не видел. Опять он АФКшит. Ну давай, братан. Тем временем у нас разделяются террористы. Нет, не разделяются. Все идут на банан. Двоих слили. И один в нашей команде, скажем, слили. У КТ. Так, еще нашего одного слили. Засас спокойно идет, рассматривает ножик. И тут убил. Молодец. Ну, вроде как чисто. Пока что чисто. Посмотрим, что будет дальше. Будет очень, если честно, интересно рассмотреть это дело. Так, ну давай, опять пойдешь на мид у нас получается. Ну да, так и есть. Он идет на мид, и тут, по-моему, получит люк. Да, от души мы тут насадили. Это что тут такое сейчас было? Что? Что? Да ладно! Тут читер такая совсем другой у нас, чувак. Что? Что? Серьезно? Ну это есть, это видно, что это АИМ. Вот сам настоящий АИМ. Чего я удивляюсь-то? Ну просто, ну... Вообще беспалевность. Боже мой. Кого они зарепортили? Вот мне интересно, они дебилы или нет? А, ну да, вот, ходит. Пол смотрит. Ну... Чувак, вот по-моему ты чист, он не чист. Можно как-то тут сделать так, чтобы... Опа, репорт кинуть ему. Нормально, нормально, вообще это... О, ну все тут, короче, ГГ. Они просто решили зарепортить каждого, вот и все. У нас же саспект на втором месте. Зажимом тут забрал двоих. Блин. Это что-то крутится, ну это просто так крутится. По приколу. Ну, засасывает вроде чист. Не выхай, чтобы я не видел, чтобы он сквозь стены наводился и... Просто идет рашить. Ну, а тут как-то странно, он
Может, посмотрел, что на банане нет никого. Быстренько тут залетел, раздал. Минус 4. Ну, да, это еще такой моментик. Спорный. Ну, посмотрим, что сейчас будет с АВП. Пипец, конечно, народ дает, а. Ждет. Оп, минус 1. На реакцию, по-моему, чувак был. 100%. И все. Он что, серьезно? Да. Сейчас у нас он идет, получается, с Нигевым или с М246 или М248. Нигев, да, Нигев. От души сейчас раздаст, наверное. Он просто идет рашить, он ничего не боится. Вот тоже подозрительно, знаете. Там сзади, короче, с Нигева раздал чувак, который у нас Аима, получается. Это, ну, конечно, это вообще пипец, он. Почему же они не того-то зарепортили? Может, они просто всех зарепортили, у него попался этот? Возможно, и такое, правда, да. Возможно, и такое. Интересно. Опять так же он залетает практически к ним на базу. Видишь, тут в доме стреляются. Заходит, с ножом забегает. Ну, да. Вот нам сейчас нужно будет приговор. Ну, если честно... Ничего не видел. Вот Аиму у данного человека я не видел у The Suspect. Также, чтобы он вообще что-то делал, нарушал, скажем так, как говорится, метагейми. Ну, короче, своих он не бил, был адекватным, сквозь стены не наводился вроде как, да. Так что неповадное поведение, 100% недостаточно доказать. А других вспомогательных средств нет. Ну и, конечно же, здесь тоже нет. Так, опубликовать. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот. Сегодня мы рассмотрели дельце. Очень причем интересное. Не ожидал я такого. Вот. Так что обязательно поставь лайк. Напиши какой-нибудь комментарий веселенький, чтобы меня порадовать. А с вами был Никика. До новых встреч. Всем пока.